Ненормальный вопрос, идиотский ответ, абсурдное действие. Это все на самом деле рядом, надо только посмотреть. Представьте ситуацию, мы празднуем день рождения с приятелем в ресторане, выходим покурить, следом за нами выходит в лом пьяный человек, просто готовый, и бежит туда, к стоянке таксистов, слышен диалог с таксистом. Шеф, свободен? Да. Пошли потанцуем.